Национальный парк-заповедник Санджая-Ганди. Мы не можем покинуть это место и куда-то уйти. Здесь мой дом. Я вырос в этих джунглях. Я уже потеряла отца, а сейчас не хочу потерять еще и свой дом. Братва из джунглей. Ранее этим же утром. Сдаешься? Не надейся. Вот именно, тебе не на что надеяться. Попробуй еще раз, чемпион, и я надеру тебе задницу. Если бы ты бил левой, так же, как говоришь, ты был бы королем джунглей. Как и его отец, тот еще трепач. Ты не подумай, чего мы тут просто... Что? Он говорил, какие у тебя прекрасные глаза, когда ты злишься. Отличный ход, сынок. Слушайте, вы оба заслужили хорошую трёпку. Он был прав насчет твоих глаз. Очень смешно. Ты помолчи, а ты прекрати драться. Султан, ты что, хочешь превратить моего сына в Рэмбо? Он должен уметь защищаться, верно? Я сделаю из него мужчину. А я о чем? Он не мужчина, а кутенок. Мам! Успокойся. Как я могу успокоиться? Вдруг он поранит тебя. Ты не представляешь, что должна чувствовать мать. Отлично. Можете веселиться. Только не возвращайся домой в слезах. Кажется, сегодня ты не будешь ночевать в пещере, папа. Не переживай, Юви. Я знаю тайный способ вернуть ей хорошее настроение. Песня! Как ты догадался? Если ты меня простишь, я обещаю, я исправлюсь. Буду примерным мужем, поменяю смеситель нашей пещеры. В конце концов, что мы цапаемся по мелочам? Мы ведь два взрослых леопарда. Я даже согласен, что твоя мама приедет к нам на неделю. Я люблю тебя. Чего ты молчишь? फिर मुस्कुरा दे मेरे सपनों को तू सजा दे मेरे दोनों जान रख दूं तेरे कदमों पे जान रख दूं तेरे बिना जीना नहीं जीना नहीं जीना नहीं जीना नहीं तू है जहां तू है जहां तू है जहां तू है जहां मैं से दूर जाऊं तेरे झांसे में मैं न आऊं ऐसे वैसे पटर लगाना तुझे तो आता है पटाना तेरे पहलू में चली आई चली आई चली मैं हार गई खिलेंगे रूखे सूखे रूखे सूखे रूखे सूखे गुल प्यार के
Живи с природой в гармонии. Если бы мой папа был здесь, думаешь, он сказал бы, что мы должны скорее бежать отсюда? Мы не такие, как он, Юви. Мы не такие сильные, как твой отец. Но он всегда говорил, что вы сделали его таким сильным и храбрым. Вы источник его силы. Да, это очень мило. Но сегодня его убили, а завтра могут убить нас. Да и какая разница, жить здесь или где-то еще? Ты сам видел, что делают с нашими джунглями. Вы еще зовете себя дикими животными. Жалкая кучка трусов. Ваш король умер, что с того? Армия-то еще цела. Мы не позволим людям выгнать нас из нашего же дома и разбросаем их кишки по всем джунглям! Мои люди ждут от меня только одного слова. Только одного слова. Война! 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 Заткнитесь! В чем проблема, мартышка? Вечно это война, насилие, драки. Остынь, чувак! Я понимаю, хочешь косить под крутышку, но драка не решит всех проблем. Ты прав. Мы завтра же придем к этим парням и скажем: «Доброе утро, господа! Не будете ли вы столь любезны прекратить убивать нас и увезти отсюда свои бульдозеры?» Они скажут: «А мы не представляли, что помешаем вам. Сейчас же соберем манатки и смоемся. Кстати, не хотите кофе?» Как бы не так. Я знаю людей, поверьте. Они каждый день стреляют друг в друга. Думаете, они потеряют сон, если перестреляют нас? Слушай, мартышка, они не все такие. Должны быть те, кто предпочитает цивилизованный подход, переговоры, плоды сада. Ладно. Представим на секунду, что они захотят послушать. И что ты им скажешь, черт побери? Кто-нибудь из вас говорит на их языке? Я знаю одного. Че? Что? Где? И во-вторых... Да у него перья вместо мозгов. Да, точно. Я знаю того, кто вам нужен. Он не только говорит как животное, но и говорит по-человечески, как на родном. Его зовут? Как его зовут? Погодите, как его зовут? Я же помнил, ну как же его зовут? Так. Погодите, здесь где-то написано. Позвонить маме, стирка, стирка, матерь, матерь, стирка, стирка, матерь. Заткнись! Думаешь, это смешно? Да ты просто идиот! Разговорами тут не поможешь, мы должны сражаться! Здесь нужна сила! Замолчи, Бажранги. Довольно болтовни о войне. Мы уже решили. Через 2 дня мы покинем джунгли. Очень жаль. Извините, дядя Голубь. Где живет тот, кто говорит по-человечески? Что? Кто ты? Я Юви, вы меня знаете. Юви? Я друг. Друг? Это он. Ты должен собирать вещи. Давай быстрее. Мы уходим. Уходим? Куда? Куда? Хороший вопрос. Мой дом. Дом здесь. Да. Его зовут Алекс. Он был попугаем одного известного режиссера. Он не может даже комнату перелететь, чтобы спасти свою жизнь. Зато говорит на хинди, английском, немецком, французском, инуитском. Остальные я не помню. А зачем он тебе нужен, а? У меня есть план. Твой характер – твой враг. Серьезно, у тебя язва образуется от гнева. Расслабься, выпусти пар. Остановись и понюхай банан, или лучше сделай смузи. И проживешь дольше, милая горячая обезьянка.
Плыви с потоком, мартышка. В следующий раз, когда почуешь, что сорвет резьбу, остановись, сделай вдох. Я слышу океан. Выдохни. Запомни мои мудрые слова. И раз, и два, и запивай. Your right paw, bust, and then your left paw next. Twirl around, tummy, and reel your butt like this. We do the bugger huggy, and hug the little monkey, and start from the top again. Никогда не любил эту песню. Во-вторых, глупый текст. А во-первых... А во-первых, мы здесь не за этим. Я это имел в виду. Я не знаю об актерстве, но сделаю вид, будто верю вашим словам, и все будет в порядке. Хорошо. Ага. Ну ладно, готовы? Готов. И мотор! Ну что ты, это же смешно! Это правда! Да это притянуто за крыло! Вы мне не верите? Во-вторых, это невозможно. Двух сразу. Вы, наверное, совсем не знаете бажранги. Настоящего или мифического? В чем дело, Шкет? Нужна помощь? Приветствую тебя, дядя Бажранги. Мы как раз говорили о тебе, что ты самый сильный зверь в джунглях. Почти. А он так не считает. Не считает? Ну так я тебе сейчас покажу, птица-крыс. Нет, нет, нет. Дядя Бажранги, все не так. Я сказал, что ты можешь запросто побороть двоих в армрестлинге. А он сказал... Никто такого не может. Да? Смотри и учись. Ну, кто хочет побороться со мной? Кто тут смелый? О присутствующих не говорю. Давайте, выходите на середину! Армрестлинг? Хотите подмочить мне репутацию? Тут что-то не так. Я на твоем месте не доверял бы этому шкафу. А знаешь, что я ему еще сказал? Что ты можешь согнуть самую высокую пальму, как ураган, и сбросить все кокосы на землю. А он сказал... Та, невозможно. Да? Смотри! Осторожно, босс! Они что-то задумали! Осторожно, босс! Играют им как марионеткой. Перестань, босс, спускайся! Да, берегись! Ой! Ну что ж такое? Ну, что скажешь, сосунок? Надеюсь, доволен? Вообще-то, у меня есть еще одна мысль. Мысль? Я сказал, что ты спасешь попугая Алекса, который живет в заточении у жестокого человека в городе. А он сказал... Не может быть даже за миллион. Заткнись! Ну, где этот Алекс? Война! Я твой попугай. Ты моя птичка. Я твой кокоду, ты моя синичка. Я твой артемон, ты моя мальвина. Я Новый год, а ты мандарин. Мы будем жить с тобой много-много лет. Ведь ты моя ручка, а я поэт. Добро пожаловать в мой мир, детка. Ух ты, какое прелестное местечко. Горячая штучка. Привет, Алекс. Какой ты милашка. Эй, детка, ага. Смотри, какой вид. Привет.
Давай порепетируем вводную сцену. Давай, мне всегда было интересно, каково иметь свой собственный бассейн. Никогда не поздно это узнать. Так вот, насчет вводной сцены. Ну, Сашка, сам я не снимаюсь в этой сцене. Об этом я и хотел поговорить. Я решил расширить роль рабыни. Если тебе, конечно, интересно. Вы серьезно, Саиб Каслан? Разумеется, детка. Я всегда серьезно отношусь к работе. Он еще ребенок. Но ты... Я пошел именно потому, что он ребенок. Я тот, кого ты называешь ответственный взрослый. Ты привел его в мир людей, чуть не погубил. И это ты называешь взрослый? Ну, а ты, Бажранги, скажи, как ты мог в это ввязаться? Ты же ненавидишь людей. Ну, я... Это все твой сын. Это его идея. Он играл тобой. Как на гитаре. Ты нас не слушал. Какая досада. Печально, печально. Верно, верно, верно. Ты... Простите, что вы сказали, мам? Не сердитесь на нас. Выкладывайте. Ты мог остановиться и подумать, как это опасно для моего ребенка. А если бы с ним что-то случилось? Ведь с ним ничего не случилось. Все так боятся людей, что я решил показать этому малышу, что значит на... Султан не боялся людей и погиб. А я стояла и смотрела. Он такой смелый. Так много сделал для нас. А стоял там такой беспомощный. Прости, мама. Надо было спросить у тебя, прежде чем идти туда. Но папа сказал мне, что с нами не случится от того, что случилось с ним. Он приходил ко мне вчера ночью, мама, и сказал, чтобы я ничего... Папы больше нет, Юви. Он погиб и больше никогда не вернется. Сливайте воду. Я что, попал на передачу «Ребятам о зверятах»? Избавьте меня от этой мыльной оперы. Свободу! Свободу! Свободу попугаям! Берегись, тревога! У нас завелся говорящий попугай. Стоп, секундочку. Это ведь все, на что вы способны, носатые? Так, заткнись, мартышка. Я не разговариваю с приматами. Ах ты, гнус, да я ж назад, тебе мартышка. Щас... Во-вторых... Как ты можешь отказаться от свободы и свежего воздуха и вернуться обратно в тюрьму? Тюрьма? Офонарил? Это свобода? Подумай сам. Здесь такая жара. Дом у меня был, кондиционер, кабельное, DVD, вечеринки, девочки. И самое главное, никаких злобных мартышек. Ясно? Чучело пернатое! Мартышка, слушай, попка. Хотя ты и живешь в городе, ты все равно один из нас. Ты забыл про свое наследство, про джунгли. Уймись, верзила. Джунгли — это твой мир, а не мой. Я давным-давно покинул эти места. Да как эта бескрылая индейка поможет нам в борьбе с людьми? Забудьте, он нам не нужен. Мои парни уже готовы забросать их какашками. Мне осталось сказать им только одно слово. Война! Иди. Ну, почему я? Ты коротышка. А ты тупой. Какой-какой? Высокий. Да, здесь ты прав. Ну? Ладно, война. Ух, какой грозный, я поражен. Настоящая армия. И это все? И с этим ты собираешься победить людей? Ты что, с пальмы рухнул? Беги, тихо, тихо! Не смей трогать меня, тупое человекообразное! Человекообразное? А ну иди сюда и повтори мне это в морду! А ты знаешь, что похищение карается по закону, по статье? Эй, ты чё вякнул? Мы просим у вас прощения, Алекс. Но вы наша последняя надежда. Только вы знаете язык людей. Мы хотим договориться с ними, и вы будете нашим рупором. Ты что, с ума сошел? Как будто у меня есть время на эту трепотню. Говорить по очереди со строителями, застройщиками, мэром, губернатором. А если они откажут, мне что, идти к президенту? В Дели? Дели? Что такое Дели, Алекс? Прикалываешься? Ты не знаешь Дели? Это столица нашей родины, глупыш! Там CNN, ABC, BBC, министры, комитеты, откаты, сплетни, скандалы, парламент! Парламент? О, нет! Да, парламент. Там сидят те, которые управляют нашей страной. Ну, вы знаете, министры и прочие. Министры? Ох,
Они каждый день решают проблемы нашей страны. Ну, по крайней мере, делают вид. Если у нас есть проблема, они ее решат? Вот именно! Нет. Выбросьте эту идею из ваших голов. Я никуда не пойду. Хоть подушку из моих перьев делайте. Все, гудбай, my love, гудбай. Отсюда. Уйти из джунглей, значит оставить папу. Здесь было столько всего, столько воспоминаний. Что же нам теперь делать, мама? Надеюсь, Алекс передумает. Мы пойдем в Дели. В Дели? Что, правда? Э, это значит дурдом, Е, это значит полный идиотизм. Идиотизм на И! А, ладно, какая разница? А вы знаете, почему я ваш вожак, а вы мои приспешники? Да потому что у меня есть план, а у вас только блохи. Мы пойдем в Дели, вернее, в направлении Дели. Но мы туда не дойдем, потому что на полпути с нашим зеленым и мудрым другом Алексом произойдет несчастный случай. И что будет потом? Они приползут к нам! К нам! Будут умолять на задних лапах спасти их от людей! И вот тогда наступит эра обезьян! А затем, друзья мои, начнется... война! Война! Алекс, пожалуйста, пойдем с нами. Пожалуй, нет. Но, Алекс, ты нам очень нужен. А, я ногу натер. Тогда, может, ты послушаешь нас? Мы подумаем и перезвоним вам. Алекс, ну, пожалуйста. Ты кто такой? Давай, до свидания. Алекс, ну, ты должен помочь нам. Ведь если ты не поможешь, то у нас ничего не получится. अपने सच्चे सारे वादे पक्के हैं इरादे आओ चले हम अभी वही एक कदम आगे आगे हम चले एक कदम तो पीछे पीछे तुम चलो दिल 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 दिल्ली चली दिल की सफारी एक कदम आगे आगे हम चले एक कदम तो पीछे पीछे तुम चलो कैसी भी आए मुश्किलें पीछे हटेंगे ना हम लेना है हमको साथ में बाटे बटेंगे ना हम अब आओ जाओ जाओ चले जाओ मुझे न पकाओ भेजा न सड़ाओ मेरा तुम जोर जितना लगाओ हमसे टकराओ हार गए ना हम सर
Нет, они отправят нас в зоопарк. В чем проблема, Александр? Они знают, что в поезде животные. Как они могли узнать? Наверное, нас что-то выдало. Может, спросишь у обезьян сначала? Бажранги, ты высовывался из вагона? Выходил? Хвост свесил? Хоть чуток? Было такое. Ты слова нет. Я ничего не делал, стоял на стреме. Ты ведь не веришь ему? Попугай почему-то меня ненавидит. Болтает всякий вздор. Тихо. Все сюда, сюда! Кажется, я видел его здесь. Осторожно, осторожно! Включите свет! Клянусь, я сам видел! Я же просила тебя остаться. Нас чуть не поймали из-за тебя. Знаю, я не собирался уходить, но едва заснул, как ко мне пришел папа. Юви, это всего лишь сон. Но я видел его так же, как вижу тебя сейчас, дядя Баджи. Да. Мама, я не выдумываю. Он на самом деле был. Может, папина любовь обманула смерть? Или пятнистый снова на препаратах? Ну, в любом случае, хэппи-энд, занавес падает, идут титры. Протестую, ваша честь! Ваша честь? Показания свидетеля недействительны. Позвольте напомнить суду, что мы расследуем дело о преднамеренном убийстве. Ваша честь, я могу доказать, что ночью, когда попугай спал совершенно беззащитный, эта обезьяна вытащила нож размером с мачете и пыталась сделать из попугая сэндвич. Он будет отрицать? Я хочу на это посмотреть. Бадж, и что ты скажешь? Ты веришь этому пернатому параноику?
Этот парень одержим. Даже во сне видит меня. Протестую, ваша честь. Мои сны тут ни при чем. Мне вообще снилась моя милая какаду, но я вовремя проснулся и увидел, что пытается сделать этот мясник. Что значит пытается? Если б я хотел твоей смерти, ты был бы уже чучелом. Я не шучу. Бац, бац! И останется только куча перьев. Хватит. Если вы не перестанете дурачиться, мы никогда никуда не доберемся. Бажранги, больше ни слова. А ты выслушай меня, Алекс. Это правда. Без тебя у нас нет шансов попасть в Дели. Но без нас ты не вернешься домой. Так что мы все заинтересованы в том, чтобы вы прекратили ваше препирательство. Ладно, ладно. Только при одном условии. Эта мартышка оставит свое оружие здесь. Иначе на меня можете не рассчитывать. Ха. Ты вытащишь это оружие только из моих холодных пальцев! О, не нужно мелодрам! Ты большая и сильная обезьяна! Зачем тебе это дурацкое оружие? Бросай его! Бросай! Нет! А? Нет! Давай! Вот так! Да. Нет! Ну вот, полегчало? Я чувствую себя голым и одиноким. У него забрали ствол, и смотрите, каким он стал. Слушай, а может... ему дать телефончик хорошего обезьяньего психолога? Хватит! Я вас вижу! Как тут спокойно и мирно. Неужели это правда, сэр? Они забрали все твое оружие. Теперь нам остается только одно – забыть про план. Хотя мы всегда считали твой план глупым и бессмысленным. Правда? Да, не я же один. Хотя если они забрали весь арсенал, это делает план более осмысленным. Ты хотел сказать бессмысленным. И снова мы видим, почему я вожак, а вы приспешники. Даже если у меня нет оружия, оно по-любому есть у вас. У нас есть оружие? Что? Да, конечно же есть. А? Хорошо. Ждите моего сигнала, и когда они меньше всего будут ожидать, мы... Война! Тихо! Ждите. Но как же мы теперь доберемся до Дели? Это единственная известная нам дорога. Вам повезло, клоуны, что есть я. Куда направлялся поезд? В Дели. Куда ведут рельсы? Дели. А если мы пойдем вдоль рельс? Дели! Разумно. Все за мной. Разумно. Разумно? Полная чушь! Доверьтесь обезьяне, и она приведет вас бог знает куда. Повернем обратно, и рельсы приведут нас домой. Что будем делать, мам? Когда ветер судьбы стучится в дверь, откройте запертое окно. Летучая мышь? Угадал, конечно, я летучая мышь. Меня зовут Радж, и я летающий путеводитель. А вы направляетесь в Дели? Откуда ты знаешь? Об этом все знают. Новость о вашем великом путешествии разнес телеграф джунглей. Шучу. Не слышали про интернет? Вот она, дорога в Дели. Это карта. Отлично. А есть карта, которая поможет прочесть твою карту? Полегче с сарказмом, друг мой. Он вас никуда не приведет, а только задержит. Пойдемте, друзья. Дорогу в Дели покажу вам я. Ничего не бойтесь. Прямо вы идите. О проблемах наших вы в Дели расскажете. А потом вы придете в лес. Деревья в нем раньше были до небес. Злые люди здесь все порубили. Деревья ж все они утащили. Средь бывшего леса остались одни торчащие ветки и голые пни. Нет,
नदी जहाँ पे कल बहती थी आज वहाँ पर नाला है। मत पूछो इंसानों ने क्या हाल उसका कर डाला है। थोड़ी दूरी तुम तय करना, बस इंसानों से तुम डरना। रेतों की दुनिया सुनसान, वहाँ पे होगा रेगिस्तान। नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, गई बंजारों की टोली, रहे न वो मस्ताने भील। रेतों की वो सुंदर टील हो गई हाईवे में तब्दील। सबकी दुआ रंग लाएगी, संसद वहां से दिख जाएगी। संसद में खामोश न रहना, इंसानों से बस ये कहना। सुनो सुनो वैसी इंसानों, सुनो सुनो वैसी इंसानों, अब तो इसका कहना मानो। कुदरत ये कहती है हर दम, हमसे तुम और तुमसे हम। हमको अगर मिटाओ तो खुद भी मिट जाओगे। ребят, прошу. Ребят, прошу. Я не могу сделать ни шагу. В чем дело? Ты же птица. Давай, лети. Я не шучу. Хочешь, убей меня. Ну, убей. Убей! Ты смотри, наш попка-то дурак. Да, я дурак. Положите меня в психушку. Эй, запишите, он сам захотел. Я не виноват, ясно? Он сам заставил меня сдавить его тощую шею. Все видели, а? Бажранги, Алекс, заткнитесь уже. У нас впереди оазис. Кларнет сейчас играет, барабаны громко бьют. Заходи к нам в гости, путник, на Гоа царит уют. Пляжи, улицы, дороги, море, солнце и вода. Это все вам предлагает All Inclusive на Гоа. किसमें कितना दम है देखेंगे सब देखेंगे। कोई भी हो हमसे कम है, दुनिया को हम जीतेंगे। खाक में वो मिल जाएगा हमसे जो टकराएगा। पत्ते जैसा उड़ जाएगा सामने जो आएगा। आओ रे परदेसी मारे घर आओ रे। झोंका आफत का ना तुम्हें कोई अंदाजा है मेरी ताकत का। अपने कदमों के नीचे तो ये जमाना झुकता है। हम इशारा जो कर दे तो आंधी तूफान रुकता है। आओ रे परदेसी मारे घर आओ रे। डरना है तो सामने आ जा रे, अरे आ जा रे। पीठ दिखा के ऐसे ना जा रे, आ जा रे। ये जोश में अगर तू ठंडा आ जा रे, अरे आ जा रे। एक के हाथ में डंडा ना जा रे, आ जा रे। बच के निकल जा। अरे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं निकल जा रे। Они усопли.
Они перенеслись, дорогой. Их души уже в раю. Ладно, ладно, но нам нужна в Дели. А если эта парочка останется в стране Лотоса, то мы туда не доберемся. Трудно вернуть их оттуда. Может, сунем им в нос чилийский перец, вдруг поможет. Не ерничай, дорогой, с этим не шутят. Нужно ходить неделю против часовой стрелки с пением и свечами из ладана. Или позвать пилигрима из святого храма. Спасибо, не стоит. Мы просто оставим их спать до утра, и все. Вы поможете нам найти дорогу? В Дели? Разумеется. Хотя не понимаю, почему все так стремятся туда. Я могу вам рассказать столько замечательных историй о Дели. В любом случае, утром я покажу вам дорогу. Запомните, самое важное, что бы ни случилось, держитесь подальше от пещер на другой стороне долины. Это логово Кали и его гиен. Я не стану вам докучать ужасными подробностями, но лучше держитесь подальше от этого мерзкого народца. Я знала, что ты придешь, папа. Потише, Юви, не разбуди остальных. Ну, я как раз это хотел сделать. Пусть увидят, что это в самом деле ты. Никто мне не верит, папа. Но теперь они поверят. Юви, ничего из этого не выйдет. Они все равно не смогут меня увидеть. Но... Папа, почему они не смогут тебя увидеть? Потому что все думают, что я очень далеко. Никто не знает, что я совсем близко. Только ты. А что, мама тебя тоже не видит? Она увидит меня, но только когда придет время. Я пришел, чтобы предупредить тебя. Будь начеку, сын мой. Враги не обязательно могут прийти со стороны. Иногда это может быть кто-то из своих. И ты должен всегда об этом помнить. Почему бы не позволить гиенам сделать за меня эту грязную работу? Папа, а... Дядя Бажранги, а? Что тебе рассмешило? Что ты здесь делаешь? Ступай к остальным. Где я? Что ты делаешь? Дядя Бажранги! Почему здесь Алекс? Это же пещеры Кали и стаи голодных гиен. Нас же предупреждали об этом. О, Господи. Как так? У нас особенные гости. Нас ждет прекрасный ужин. Кто это? Называй меня как хочешь, если успеешь. Друзья зовут меня Кали. Кали. Эй, Пьер! Слушаемся! Что у нас в меню на сегодня, а? Для начала блинчики из попугая, потом жаркое из детеныша леопарда, а на закуску маринованные обезьяньи мозги. Обожаю индийскую кухню, особенно когда ингредиенты свежие. У меня новость для тебя. Только что ты нажил себе кучу неприятностей, болван. Эй, парни, в атаку! Кодовое слово «война»! Война! Я не слышал. Ладно, парни, вы уволены! Простите нас, мы тут оказались случайно. Отпустите нас, дядя Кали. Конечно, почему нет? Убейте нас, и вы будете свободны! Забавно звучит, не правда ли? Люблю, когда мясо сопротивляется. Боишься нас, да? Потому что у нас острые клыки и когти как бритвы. И мы превосходим вас численностью 1 к 20. Можешь бояться, малыш. Ну что ты сделаешь, сопляк? У тебя ничего и никого. Кое-кто есть. Мам! Ha 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 ha
Не надо! Не надо, прошу! Больше не будешь вписывать меню обезьяну. Беги, беги и не возвращайся, не то сам станешь чьим-то ужином. Ты ведь чуть не погиб из-за меня, Юви. Я бы себе этого никогда не простил. Я понимаю, что был плохой обезьяной. Простите меня за все, что я натворил. Багджи, скажи Бажанги, что он должен немедленно уйти. Потому что он никогда не поймет одну простую вещь. Путь защитника намного справедливее, чем путь разрушителя. Ты пытался заткнуть рот Алексу, единственному, кто может говорить с людьми, я не прощу этого. Но никто не сможет заткнуть его. И никто не остановит нас на пути в Делли. Мам, у меня плохие новости насчет Алекса. Вряд ли он сможет говорить с людьми. Он не сможет издать ни звука, он потерял голос. Что же ты наделал, дядя Бажранги? Ты все погубил. Это, конечно, тяжелый случай. Да, очень тяжелый. К счастью, у нас есть опыт в подобных делах, да, дорогой? Да, ведь Раджив потерял голос, когда выступал в Лас-Вегасе, а ты... Забудь про Лас-Вегас! Ой, вспомнила. Мы играли с Радживом в Чикаго, я это хорошо помню, потому что в рецензиях особенно хвалили мои ноги. Нет, дорогая, в Чикаго критиковали твои ноги, но они понравились в Глазго. По крайней мере, обо мне писали больше, чем о тебе, верно? Стоп, стоп, а когда я открывал казино в Дубае? Кого интересуют эти глупые рецензии? Нет, это не так. Так вы можете вернуть ему голос? Давай, дорогой, если ты такой эксперт, скажи. Что ж, полагаю, нужно много жидкости, постельный режим, медитация. Это не нужно. Они должны попасть в Делли, у них нет времени. Просто скажи им, где найти старого отшельника Джати Бути Баба. Джати Бути Баба? Он живет далеко в горах, на берегу реки. Никто не видел его много лет. Сомневаюсь, что у него есть приемные часы. Ха-ха! Вот так местечко! Словно храм или святилище. Здесь ощущается здоровая сила.
Погодите, этот святоша живо вышибет всю дурь из головы Алекса. Ого! Махараджа! Баба! Баба, дорогой! Дядя Бакджи, ты сидишь на нем! Ой, извините, вам помочь? Стой, стой, стой! Прояви уважение, мы же имеем дело с Махараджей, мастер, сенсей. Эй, Махатма, интересно, это какая-то загадка или ребус, который я должен решить? Я принимаю вызов, мастер! Ай! Кто здесь орёт, пока я пребываю в глубинах своей души? Если баба здесь, то где? Да уж. Бать, ты добрался? Пресвятой Шива, у этого парня такое ужасное дыхание. Неудивительно, что он отшельник. Баба, это Алекс. Понимаете, он потерял голос. Алекс, открой рот. Это... Остеопороз? Овощ, что ли? Опухоль горла! Поражает королей и принцев. Но чем это вызвано? Ногти! Нарцисс? Напряжение, гипертония, высокое давление приводит к инсульту, аневризме, приступу. Рекомендую... Массаж? Макароны! Медикаменты, состоящие из... Цезия! Цитруса! Цикория, семени горчицы и алоэ, коры сандалового дерева, растертого в порошок, щепотки желтой розы, шафрана, семян граната и свежего гуавы. И кто это достанет для друга? Ну, конечно. Без меня опять никуда. Ладно. А сандалового дерева? Ну? Давай. Ну? Растереть в порошок. Перестаралась мартышка. Хватит! Держи себя в лапах. Так, будьте осторожны. Эти шипы смертельные. А где же желтые? Ага, вот. Так, вот так. Отлично! А6 промах, Д11 попал, Д12 убил! Убил! Ну все, убил! Подходит? Нет? Секундочку. Ну что? Подходит? Опять нет? Да ты что, с ума сошел? Ни за что не порезал! Ну ладно, ладно, ладно. Достал! Держи!
только не это! Помогите! Качнем еще раз, и качнем еще раз, и качаем, качаем, качаем. Что смешного? Кто смеется? Так нельзя, бач. Ты же не ешь, не отдыхаешь, чахнешь на глазах. Знаю, но я поклялся себе, что за все ужасные вещи, что я натворил, не буду есть и отдыхать, пока не верну Алексу голос. Я готов пожертвовать всем ради этого. Клянусь небесами. Только посмотри на него. Был у нас вожак когда-то. Настоящий король обезьян. Да. Он бы не ползал на коленях перед попугаем. Наш вожак был настоящим воином джунглей, а не официантом. Не официантом! Не официантом! Откуда взялась эта мартышка? Он самозванец. Он не наш вожак. Зашибись. А вы не мои приспешники. Почему? Издеваешься? Когда я остался один на один сражаться с Калли и сотней гиен, вы кинули меня. Верно. Все это время я был на грани гибели, стараясь собрать лекарства для Алекса. А вы помогли мне? Нет. Верно, верно. Да я лучше вырежу себе приспешников из ливерной колбасы. Настоящие приспешники готовы на все ради своего вожака. Они даже пожертвуют собой. А если я попрошу вас нарубить фикусов, чтоб я мог обмахиваться... Видите? Так что проваливайте! Исчезните! Мне хорошо и без вас! Уходите! Даже оправдаться не попробовали. Чего тебе? Да-да, не спать и не есть. Я помню. Дядя Бакджи! Как думаешь, Алекс вернет свой голос до того, как мы придем в Дели? Ой, даже не знаю, малыш. Но сейчас меня больше всего волнует Баджранги. Он же не спит и не ест. А еще он уже 3 дня как не отходит от Алекса. Он умрет в пути. Ты знаешь историю Ханумани, Алекс? Хануман был храбрым и могущественным героем, который не боялся опасности и сражался с демонами. И он не впадал в депрессию, потому что наряду с великой силой он отличался необычайным терпением. Он знал, что какие бы плохие вещи ни происходили, он всегда мог обратиться к своему наставнику, великому Раме, и сказать: «Ух ты какая! Ух ты какая!» Что ты сказал? Нет, до этого! До этого хрипа что ты сказал? Если ты сказал то, что я думаю, что ты сказал, это будет твой последний день! У него же гипертония. Я не понимаю, что с ним. Он был такой хорошей обезьяной. Баджранги! Бач, предупреждаю! Предатель! Голос у него пропал! Да дай тебя поймаю, у тебя пропадет не только голос! Прекрати, Баджранги! Последний раз предупреждаю! Думал, что сможешь одурачить меня, но я тебя достану! Сейчас я тебя поймаю! Я столько сделал для тебя! Не ел, не пил, даже не какал 3 дня из-за тебя! Все считают меня злодеем, но ты во много раз хуже меня! Ну, что ты скажешь в последнюю минуту? А! Говори! Не то! Я хочу услышать настоящие слова! Ну же, давай, не молчи! А что говорил Хануман, когда все было очень плохо? Пресвятой повелитель Рама! Да-да, Пресвятой повелитель Рама! Что ты наделал? Рота в атаку! Так точно, сэр! Так, ребята, жало на изготовку! Покажем им, кто такие пчелы, верно? Погоди, сейчас ты у меня получишь сладенький. Я сейчас кладу камень, и мы бежим! Только не думай, что сорвался с крючка! Я с тобой потом разберусь! Забейте мне пасть, не затыкай! Это тебе еще повезло! Интересно. Теперь Алекс гонится за Баджем. Ой, да никто ни за кем не гонится. Просто они от чего-то убегают. А нам тоже нужно бежать? Дай-ка подумать. Thank you.
немного поразмыслив, я голосую за. Противник получил подкрепление, мы насчитали уже 5. Где они находятся? 100 метров на восток, и они приближаются. Ясно, всем занять боевые места, быстро. Народ, мы атакуем. Артиллерия готова? Да, сэр. Цель? Есть, сэр. Огонь. Думала, мы можем тебе доверять, Бадж. Что, не устоял, да? Снова преследуешь Алекса. Клянусь, я... Больше не поверю тебе, даже если поклянешься собственной могилой. Да погоди, дай сказать, ты... Заткнись, Бадж, просто заткнись. Заткните! Ага, птичка заговорила. Шш, тихо. Он может говорить. Вернулся твой голос? Да, прелестно, правда? Одни хорошие новости. Сомневаюсь, что ты его вообще терял. Пожалуй, есть шанс проверить новое построение, народ. Да, сэр. Построение ракета класса воздух-земля. Сотрем их в порошок. Что, доволен? Это все из-за тебя. Меня? Как же? Ты во всем виноват. Разве я разворошил пчелиное гнездо? Я собирался в Дели. Я просил покинуть меня из чудесного дома и тащить в джунгли. А? Я тебя спрашиваю. Зоны. Придется вернуться на базу. Поворачивай. Есть, сэр. Назад на базу! Чисто. Кто хочет еще прокатиться?
Это не смешно, Бабджи. Сначала нам нужно выбраться отсюда, а потом посмотрим, может, они все же уцелели. Почему ты не прыгнул? Ты же мог разбиться. Путь защитника намного достойнее пути разрушителя. Если верить матери Юви, наверное, она права. Да, она права. Может, не только она. Ты тоже прав. Я оказался предателем своего рода. Предпочел легкую и красивую жизнь в мире людей, в то время, когда они жестоко и цинично разрушали твой родной дом. Прости, Бадж. Тебе не за что извиняться. Это я должен извиняться за то, что ненавидел тебя, когда ты старался помочь нам. Потратил столько энергии на попытки убить тебя. Знаешь что? Я был намного счастливее в тот момент, когда мы оба летели с этого утеса, чем когда придумывал способы твоей смерти. В кокосовом молоке было что-то, какой-то фермент, потому что у меня так весело на душе. Ты говоришь, как мой хозяин, когда он поздно возвращался домой. Он обычно не выключал свет и засыпал в ванне. Я теперь твой лучший друг? Это ты или кокосовое молоко в тебе говорит? Ладно тебе, чувак, ты мой лучший друг. Скажи и ты, что я твой лучший друг. Ты мой лучший друг. Я твой лучший друг, и ты не хочешь сказать мне об этом? Мне нужна вода. Пожалуйста, не убивай меня! Отпустите меня! Отпустите! Мяу! Мяу! Убивай меня! Пожалуйста, не надо! Не убивайте меня! Я плохая еда! Пожалуйста, не надо! Не убивайте, не надо! Бажранги? Ты вовремя! Я чуть не погиб! Смотри, нет, смотри! Вон там тигр! Котик, я... Брат, мне тигр? Страшно! Я киска! Мяу! Я боюсь! Я киска! Я боюсь! Мяу! Мяу! Ты не бойся! Они убили всех. Мне кажется, что люди убили тигров повсюду. Я не хотел умирать, как остальные. Поэтому поверил сам, что я кот. Я притворялся так долго, что забыл уже, что я тигр. Я знаю, вы думаете, что я трус. Вы правы, я трус. Но, по крайней мере, моя голова еще на плечах, а не висит на стене у охотника. Ты не трус. По крайней мере, у тебя есть оправдание твоего поступка. Не то, что я. Ты спасал свою жизнь, а я продался за DVD. Теперь я понимаю, что дело не в джунглях. Люди уничтожают все вокруг, и дома животных в том числе. Ты верно сказал, чувак. Вот почему ты станешь нашим рупором. Перестань. Бажранги, никем он не станет. Мы не пойдем, Дели. Какие же мы идиоты. Мы думали, что-то изменится. Если пожаловаться одной из стаи людей на бесчинство других. Неужели все люди такие бессердечные и жестокие? Они не пожалеют никого из нас. Ни тебя, ни меня, ни даже... Я не позволю им так поступить с Юей. Я должна отвезти его назад. Мы все должны вернуться, пока еще не поздно. Мы не пойдем в Дели. Мама послушается только его. Но если он не придет...
Смотри, мама, смотри! Вот он, папа! Он стоит там, видишь? Прошу, перестань, Юи. Я знаю, как ты тоскуешь по отцу, но он не вернется. Что ты говоришь? Вот же он стоит! Ну почему ты не видишь? Но там никого нет, Юи. Да, конечно же, есть! Все верно! Это султан, такой же прекрасный, как и раньше! Да, да! Я его вижу, и вы тоже должны увидеть его. Он здесь, он в Юве. Разве не понятно? Это его крошечное, храброе сердце убедило нас отправиться в путь. И он есть в дружбе Алекса и Баджа. Он есть в каждом крошечном чуде. Да, и он в твоей любви к сыну, которого ты принесла в мир. Это мужество, дружба и любовь и есть квинтэссенция султана. Это поддерживает его жизнь. Кто бы ни говорил, что он не видит султана, это значит лишь, что он не смотрит, потому что он здесь. Знаете, я много раз спрашивал себя, какова же моя роль в этом путешествии? Придать ему комический или печальный оттенок? А может, в том, что я должен убедить вас, что султан живет в каждом из нас? बढ़ते चलो अब दिल्ली दूर नहीं हो तुम आगे बढ़ते चलो अब दिल्ली दूर नहीं कह रहे हैं हौसले डालेंगे डेरा यही ना हटेंगे आगे ही बढ़ेंगे सोचा हमने है यही यही बस यही हल्ला बो एक कदम तो आगे आगे हम चले एक कदम तो पीछे पीछे तुम चलो दिल 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 दिल्ली चले दिल की सफारी एक कदम तो आगे आगे हम चले एक कदम पीछे पीछे तुम चलो दिल 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 दिल्ली चली दिल की सफारी Добро пожаловать в Дели. Вот он, Дели. Следующая остановка – парламент. Вот уж не думал, что нам это удастся. Прекрасно. Да, захватывающе. Вот только как мы войдем в этот парламент, а? Ну, есть один план. Говори, ты первый, прошу. Не-не-не, ты первый, давай. Нет, ты. Нет, я настаиваю. Ты первый. Перестань. Ты первый. Говори же. Нет, ты. Выкладывай свой тупой план. А ну, заткнитесь оба. Сомневаюсь, что от ваших планов будет польза. Ну что, наш бесстрашный лидер. Каков план? Нет. Что? Бога ради, у тебя нет плана? Все, нам крышка, нам каюк, нам Алис Капут. Это полный крах. Нам срочно нужен план. Мы же не можем даже выпрыгнуть из грузовика. Начнется бардак. Толпы разбегутся в ужасе. Старушки с камерами. Телевизионные новости. Прямой репортаж из Дели. Дикие звери в городе. Отличный план. Впервые в
жителей захотел сменить при себе парочку стволов. И как ты их поднимешь? Твои перья просто застрянут в курке. Без крыла останешься. Пропустите CNN. Пропустите прессу. Смотри, здесь CNN, как ты и сказал. Весь мир людей готов слушать нас. Алекс, скажи им все. Снимай, дикий попугай. Редкое зрелище. В чем дело? Почему ты не говоришь? Страх перед публикой, чувак. Дай минуту. Страх перед публикой? У попугая? Ты что, издеваешься? Посмотрите, кто сюда пришел. Кто из джунглей путь сюда нашел? Они пришли, оставив тень деревьев позади. Они прошли немало бед и одержали много побед. Они пришли, рискуя жизнью своей. Они искали вас, людей. Может, это попугай Джастина Тимберлейка? Наверное, в рекламе снимается. Ты слышишь? Ты знал, что он поет? Теперь он выступает в радиошоу. Я всегда знала, что этот попугай выйдет на сцену. А ты это знала? Откуда я мог знать? Летим в Дели. Я потерял сон и покой. Но не на меня смотрите. Не я герой. Это у братвы из джунглей проблемы сейчас. На них смотрите. Не сводите глаз. Не оправдались братвы из джунглей надежды. Теперь не будет все как прежде. Брат из парламента, приезжай сюда. Тебя ждет из джунглей братва. Неплохо! Надо показать это по телевидению! Смотри, это же наш вожак! Ага. Он дошел до Дели! Теперь вся слава достанется ему. Если бы не мы, он не достиг бы этого. Что ты выдумываешь? Заткнись, ты на чьей стороне? Алекс, какого черта? Ты что творишь? Не будь таким свирепым. Нас снимают. Лучше быть свирепым, мартышка, чем выставлять себя на посмешище. Ты сделал нас шутами. Смотри, все смеются над нами. Что ты натворил? А он ведь прав. Как они воспримут нас всерьез, если будут смеяться? Ребята, остыньте, я прокладываю дорогу. Поверьте мне, просто немного разогрелся. Если бы я сразу им изложил суть дела, они бы просто разошлись. Ну что, понравилась песня? Развлеклись, да? А кто-нибудь вслушался в слова песни? Разве никого не удивило, что попугай, леопардиха с малышом, медведь и обезьяна с риском для жизни через огромное расстояние добрались сюда из джунглей? Мы скажем вам, если будете нас слушать, я знаю, легче смеяться или переключать каналы, чем выслушать. Люди вас слушают, можете говорить. Спасибо, но это еще не все. Если сюда приедет кто-то из парламента, наделенный властью, я скажу все. Всю правду. Весь город замер в напряженном ожидании. В здании национального парламента в данный момент проходят жаркие дебаты. Должно ли правительство признать своего представителя? В эту самую минуту в парламенте проходит голосование. Голосование снова отложено. Неизвестно, пройдет ли голосование в то время, как вся страна жадно прильнула к Дели. Здесь уже много часов, но никто не расходится. Все ждут, пойдет ли парламент навстречу требованиям жителей. Потрясающая новость! Только что принята резолюция о встрече представителя парламента с делегацией животных. Премьер-министр уже едет сюда, его ожидают с минуты на минуту. Попугай, обезьяна, медведь и два леопарда потрясли нас всех! Здравствуйте. Вы хотели меня видеть? Давай, Алекс, расскажи ему о всех наших бедах. Пусть он поймет, ты сможешь. Сэр, мы пришли сюда, чтобы сказать...
что человечество обречено. Готовьтесь, прямо сейчас миллионы животных готовы напасть на вас. Ваши города, дома, семьи будут уничтожены. Мы не остановимся, пока вся человеческая раса не окажется запертой в клетках. Что? Что скажете? Страшно? Испытываете страх и гнев, понимая, что ваши дома и семьи под угрозой? Думаете, мы так поступим? За кого вы нас принимаете? За себя? Это вы нас вынуждаете испытывать эти чувства. Не сейчас. Каждый день. Вечность. Вы нападаете на нас своими ружьями, бульдозерами, загрязнением, вырубкой леса. Тех, кому из нас повезет, вы держите дома, как избалованных домашних зверушек, на потеху вашим детишкам. А остальных вы преследуете из-за наших шкур, перьев или просто потому, что это вас развлекает. Мы не отличаемся от вас. Разве наши берлоги это не наши дома? А наши малыши не дети? Что сделал вам этот детеныш, отца которого вы убили? Он мог играть и нежиться, а вместо этого ему пришлось прийти сюда и умолять вас спасти ему жизнь. Разве ребенок должен так страдать или такое испытывать? А когда мы, наконец, добрались сюда из джунглей, что мы услышали? Убейте, убейте их! Пусть мы из джунглей, но мы не такие дикари, как вы. Когда мы отправились в этот путь, нам казалось, что Дели так далеко. Мы думали, добраться до Дели — это самое сложное, но сложнее оказалось добраться до ваших человеческих сердец. Если кого-то из вас тронули мои слова, прекратите вырубать наши леса, дайте нам жить, остановите войну против нас. Кто за то, чтобы начать войну против этой войны? В атаку! В атаку! В атаку! В атаку! В атаку! Против войны! Разделим мир. Разделим мир! Спасем природу, прекратим вырубку лесов. Закон о защите прав животных принят. Братва из джунглей. Язык фильм дублирован по заказу компании Top Film Distribution в 2013 году.
Thank you.